Российский авторынок существенно замедлил падение. Как подсчитала Ассоциация европейского бизнеса, в октябре продажи новых машин сократились почти на 3%. В предыдущие месяцы было больше 10%. В АЕБ говорят, что это неплохой результат, и добавляют, что главным стимулом продаж стали правительственные программы. А точнее то, что со следующего года их, скорее всего, прекратят. Ключевая из них – это утилизация и трейд-ин. В октябре глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что нынешние меры поддержки спроса исчерпали себя, и их нужно менять на адресные, например, для тех, кто покупает первый автомобиль.